наши руки. Вот, зачем ты это сделал? Зачем ты выпрыгнул, чтобы я тебя застрелил, когда мог бы еще в вертолете сдохнуть через пару секунд дольше? Непонятно. Ну, чайник, погоди. О, вот это вот хороший был выстрел по мне. Ты взорвался, сука, сколько не будет этого. Так, жизни нет. Хорошо, хоть респ нам оставили, это хорошо, да? Чтоб сказали, и респу у вас забираем. А у тебя фотка Полтавы есть? В Одноклассниках у меня есть фотка. Ну, в Полтаву, в Одноклассниках. А так нет. Фотография. Я не храню ее фотографию 9 на 12. Ну, знаю, подписью на память. А? К сердцу. Ну. Знаешь, как, не увлекаешь такой документальной фотографией. Фотография, где мог ты улыбаться, хотя улыбкой вряд ли что исправить. Да, наших отхерачили просто как детишков, блядь. Ну блин, ну помечайте их хотя бы, ну жни хрена тут не видно этим домом. Ну все, блядь. Вот такие пилоты на ударниках у нас здесь сильные. Вообще не люди, точки. Опа, 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 опа. Ах ты, сука, как ты на меня напал? Да. А зенитчик просто убежал. Ну, красавчик вообще, красавчик. Хорошо сыграл. Как будто против меня, блядь, играет.
лазил, да? Мразь, не попал я в него. Вот это лузерство настоящее. Почему я не попал? Вяло реагирую вообще. Ах ты, ёпарасоте, а ты посмотри, какая мерзота, а. Дебил, блядь. Ну чё вот тут можно показать? Полный пипец. Команда гениев. Дантис сегодня не играет у нас. Ну, тяжелый бой, тяжелый вообще. Тяжелейший, потому что, блядь, вообще команда просто подставная такая, чисто, блядь, играет против, блядь. А чё, спрыгнули они, что ли? Походу, да? Да нет, 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 не надо, блядь, подыхать здесь, блядь, именно нахуй. Сука. Да, отлично ты сделал. Молодец, передислокация. Красавчик, великолепно играешь, великолепно. Сучёныш, с одним стингером, блядь, с одним, сука, 23 уровня или 18-го там какого, блядь. С одним стингером всех упаковал, всех, блядь. Ой, что за игроки такие, а? Да что ж такое-то? Ну. Ладно, я не попал. Раз, два не попал, блин. Отстрела у меня не было, поторопился, блин. А нет, блин, этот БТР все-таки используется в фильме. Смотрел, да? А вот я смотрю кусочек. Ну, навряд ли бы они стали тащить говно, которое... Не исправляйте.
Да, да, блядь, разбей его здесь, сейчас прям, конечно, блин, а как, ты же летаешь, пипец просто. Сука, блядь, карту не знаешь и сразу втыкаешься в что-нибудь веселое. Ну, почему так и сидит там на фихерово, ты что сделал? Ну, бля, попади. Ладно. Он еще из РПГ в меня шмаляет, изволит. У, что за дерьмо? Чувак на самолете, ты что, дурак? Ты стингер взял? А, бля! Ну, сучоныш, бля. Фига себе он стреляет, бля. Там их двое, блин, что ли, в меня стреляли одновременно. Нифига себе. До 14 выбили, прикинь, попадал так, что в вертолет, что до 14 выбил мне жизнь в вертолете. Ой, команда, конечно, просто вообще ничего не держит, блин. Он где-то здесь. Бля, как? Да ну нахер, почему вертолет не пошел вперед, я его направлял. Сука, ну ну нахер. Да нахер, блядь, нахер. Это пипец, если у команды, блядь, на респе нашей команды играет. Она на респе, блядь, не может справиться, блядь, нихера, блядь. А, сука. Зато сейчас все флаги взяли, удивительно, блядь, кроме Альфи. Как я так играю? Вроде, блин... Не знаю, у меня что-то сил нет, последнее вообще двигаться не могу. Чё ты на них смотрел? Двое стоят, стреляй или дави, блядь. Хули на них смотреть, блядь, пиздец вообще просто. Поразительно. Ищи их теперь, где их там валить надо, блядь, суча. С попаданием, но не убил. Ну, забирайся. А, они все равно здесь родились. Значит, их трое было. Сейчас вынесет уже. Он уже приловчился, блять, хорошо так приловчился. Вот где мне его искать, сучоныш? Вс,
все, доигрался ты на вертолете, дядя. Ну чё же вы здесь втером флаг-то не можете взять один, а его просто взять. Все, блядь, не битый, блядь. Полчаса танк стоял у них, не битый у наших, блядь. Ну нахер его бить, правильно. Обнаружил вражеский танк. Осторожно. Вижу вражеский танк в вашем районе. Прием. Ударник, посмотри сюда, придурок. Давайте все флаги возьмем, но навряд ли выиграем 400 на 85. Нет, блять, где вы раньше были, блять, почему вы раньше не играли, а? Сейчас их начало осенять, что тут на флаги брать, прикинь, о, ни хера себе, серьезно, да, да, абсолютно, блять, дебилы, блять. Ну, танкист, давай, твой выход, блять. Никак Чарли не может взять, ну это пипец. Наблюдаю вражеский танк. Ну как ты думаешь, мне скутер надо метить, блять, или эту херню, сука, а? Зеничек, помоги, там 40% танку осталось, но отхерачивай его. Ну, уже все, его убить осталось. Просто убить, блядь. Ой. Вот такая команда, блядь. Постоянно, сука. Ты на ударнике, что ли? Пришел, лег. Ушел, лег. Зачем ты это делал, я вообще не понял. А, все, пошел. Давай, Вань, пока я тоже сейчас. А ты что, еще порежешься? Да я вот доиграть хочу и все. Там кое-что поделать надо на компе. Для дела. И все. Да ночь будешь как бы на компе делать? Не, ну не всю ночь. Ладно, спокойно. Давай, вот так, вот пока. Друг отключился от вашего канала. Нельзя на респе стрелять, нельзя, понимаешь, в чем проблема, нельзя в респе захвачено. Это
что вообще ничего не понятно. Долго я летаю уже, а ничего не могу поймать. Что, никого не вижу, но не эти. А вдвоем что ли, блять, напали? О, пидорасики, блядь. А, нет, надо было не так. Вот я лоханулся, блядь. Чё я делаю вообще? Зачем? Ну, не отмечает вообще. Не знаю, где кнопка. У них там для отмечания, блядь, противник. Ушлёпки, блядь. Избили, зенитчик видел, блядь. Антиаэр. Шут. Шут, это шут конкретный, блядь. Я вас сейчас на респе расстреляю просто за такую херню. Налетели, блядь, орлы нахуй. Сейчас получите пиндюлю. Хоть бы отмечало. Да. Ой, пришли прямо в этот... Оборонять эту цель!